Михаил Семенович Светин, знаменитый советский и российский актер театра и кино, родился в 1930 году в рабочей семье в Киеве. После окончания школы он был призван в армию, где служил в военном оркестре, а в 1955 году он окончил музыкальное училище по классу гобоя. После окончания он преподавал музыку в средней школе, сделав при этом две безуспешные попытки поступить в ГИТИС и в театральный институт имени Щукина. Михаил в качестве актера служил в театрах Камышино, Кемерово, Петропавловска, Иркутска, Пензы. Некоторое время проработал в театре Аркадия Райкина. В 1964 году он поступил в труппу Киевского театра музыкальной комедии. А с 1970 года он служил в Малом драматическом театре в Ленинграде. Известность к нему пришла после кинокартины «Фоня», «Не может быть» и «12 стульев». Но настоящая же кинослава пришла к актеру в начале 80-х годов, после выхода на экраны популярных фильмов «Чародеи» и «Любимая женщина» Механика Гаврилова. Его фильмография насчитывает около 90 кинофильмов. Михаил Семенович навсегда остается любимым актером в сердцах нашего народа.